Азербайджанцы тоже помогают. Вот гуманитарная помощь. Все идет хорошо. Как можем, пытаемся, помогаем людям. Все. Вы проходите мимо, остановитесь. Пожалуйста, дай вам здоровье. Пожалуйста, вкусный горячий хлеб от азербайджанцев. На здоровье. Пожалуйста, хлебушек бесплатный, пожалуйста, от азербайджанцев. Слава Украине! Это, блядь, нечисть, Россишка, на плечо. Бесплатный хлеб. Подходите, пожалуйста, хлебушек бесплатный. На здоровье. Слава Украине! Что надо делать? Слава Украине! Пожалуйста, на здоровье кушайте. Бесплатный хлеб, пожалуйста, подходим. Горячий. Да, мы сейчас станем возле поликлиники, кому надо. Бесплатный хлеб. Подходите, пожалуйста, бесплатный хлеб раздаем, ради бога. От азербайджанской диаспоры, пожалуйста. Бесплатно раздаем. Пожалуйста, кушайте на здоровье. На здоровье кушайте. Представляем азербайджанскую диаспору, пожалуйста. Ради бога. Спасибо, чтобы знать. На здоровье кушайте. Кому там надо вот так? Давай, подъедьте сюда. Тереноборона, иди сюда. Тереноборона, да. Это ребята вот. Азербайджанские диаспоры. Помогаем всем. Через Рудабдя. Ради бога, от азербайджанской диаспоры. Пожалуйста. Еще одну берите. Всем нуждающим хлеб бесплатный азербайджанской диаспоры. Пожалуйста, берем горячий хлеб бесплатно. Подходите, берите хлеб. Ребят, это помощь чисто. Там бабушки после... Все хорошо. Возьмите. Сейчас остановитесь. Я на связи. Бастеля? Да. Брат. Слышь, ты мне зажгал, можешь оставить? Азербайджанской диаспоры, всем ради бога. Сейчас стал, да, ты Спасибо. Вот,
Подходите, женщина, раздаем хлебы. Кто нуждается, подходите. Не стесняемся. Азербайджан наші браті, браття та сестри, які нам допомагають нашу скрутну хвилину. Дуже скрутно. Хто нуждається, ваша бабушка, сусіди, хто є, візьміть їм давай. Візьміть і дайте, ребята. Все, тут вперед. Да, є. Все гарячі, гарячі хлеби, дівчинки, мальчики. Хто дайте, пенсіонери, всі видавайте. Великі, великі молодці. Дуже їм дякуємо. Все безплатно від нас, азербайджанці. Не продається безплатно, безплатно все. Зараз подождіть по очереди, пожалуйста. Хорошо? Чим зможемо, тим і поможемо. Немає мандарини, Інна. Без мандарина можна жити. Пожалуйста, спасибо. А? Ну, наверное, да. Я не разбираюсь, извините, пожалуйста. На здоровье всем. Слава Украине. Добрый вечер, мы из Украины. Вот наш повар готовит шашлыки для наших защитников, для наших военных украинских, которые сейчас стоят на посту в защите Родины. На 300 человек будем стараться. Слава Украине! Героям слава! Помогаем всем, чем можем, всем, чем не можем. Хлеб, вода, еда. Огромное спасибо ребятам, которые доставляют то, что мы готовим по пункту назначения. Отправляют военным, волонтеры. Доброго ранку, Одесу. У нас на вулиці Пустонайська. От люди роздають хліб безкоштовно для українців в Одещині. Да, дякую вам дуже велике. Помагаємо, да, по можливості все помагаємо. Хотим мир, щоб був мир. Жалко нашим дітям. Дякую вам, дуже велике дякую. Гарного дня. Слава Україні! Героям слава! Не плачьте. Да, не плачьте. Хорошие. Хорошие, ребята. Хорошие, да. Да. За поддержку. Не в апельсинах дело, поддержку. Да. Сердце. Дай Бог вам здоровья, мальчик. Спасибо большое. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.